Всем привет, мои хорошие! Пришла посылочка у меня из Грандсток. Классные вещички я заказала вам. Вот она такая. Я хочу сейчас уже распаковать ее вместе с вами. Мне уже не терпится прямо посмотреть, как выглядят эти вещи, которые я заказала. Девочки, прежде чем мы начнем обзорчик вещичек, обновочек моих, хочу вам сказать, у Грандстока обновленный сайт, удобно оформлять заказ с любого устройства, даже с телефона стало, низкие цены, напрямую от сотен ивановских производителей, дешевле стали, чем на маркетплейсах. Товаров больше 15 тысяч наименований, всяких разных, там есть и для женщин, для мужчин, для детей, и постельное белье. В общем, домашний текстиль, в общем, разные товары, много всяких интересных товаров. Есть отдел распродажа, более 2000 товаров там по распродаже, до 50% идет скидка, можно выбрать, если вы хотите что-то подешевле. Ну и розничный заказ от одной позиции, можно заказывать хотя бы даже одну вещичку. И возможность оплаты при получении. Ну и также собственное производство есть у Грандстока, которое продается под брендом Аванави. Для тех, кто будет делать заказ по моей ссылочке, будет скидка 15%. Скидкой можно будет воспользоваться только один раз. Все необходимые ссылочки на скидки, на сайты, все это вы найдете в описании. Ну а сейчас давайте приступим к обзору вещей. Так. Девочки, заказала я себе сейчас все 54 размера. Все, я уже размер меньше не заказываю. Определила, что 54 мне как раз подходит. Ну и заказываю натуральные ткани. Я люблю трикотажные вещи, скулирки. Сейчас у нас лето, жара. И, в общем, я опять заказываю тунички, сарафанчики, халатики. Все такое летнее, все для дома. Кстати говоря, вот эта туничка, эту я заказывала раньше. Тоже на Грандсток. Она мне очень нравится. Видите, такая яркая, веселенькая. И мне нравится, классная. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут. Сарафан. Так, тесемочка есть. Так, так, так. Вот, девочки, о чем я вам говорила раньше во всех своих видео. В такую жару, когда выше 30 градусов, я люблю вещи носить, которые идут вот с такими тоненькими бретелечками, что вот тут все было, ну, открыто и дышало. Вот, это классно, это классно. При том, что мне нравится, что здесь есть завязочки. То есть высоту каждый определяет себе сам. И мне это нравится, потому что иногда бывает длинные, а бывают короткие. И, в общем, тут можно это все самой себе подогнать под свой рост, под свой размер. Ткань очень мягкая. Это кулирочка, это трикотажик. Так, тут у нас на поясе идет легкая такая вот резиночка. И внизу рюшка вот такая. В общем, длина нормальная. Но это вы увидите на мне. Что еще в этой модельке есть хорошее? Так, впереди у нас, это у нас идет как вот на грудь. Спинка, по-моему, она чуть-чуть идет ниже. Да, да, она идет ниже, чем впереди. Вот. Ну и, в общем, завязочки. Карманов нету. Карманов нету. Но есть поясочек вот такой тоненький. Можно носить под поясочек. Ну, это я вот, девочки, одену. Посмотрю. И вы посмотрите вместе со мной, как это на мне сидеть будет прекрасно. Ну и цвет такой хороший, нежный цвет, расцветочка, цветочки и все. Девочки, цены я буду писать где-нибудь вверху. Поехали дальше. Еще один сарафанчик. Кстати, девочки, хочу сказать, я ссылочки на вот эти вот свои вещи оставлю также в описании. Ну, а размеры цены я вам говорю. Ну, размер у меня 54, а цены я напишу. Ссылочки оставлю в описании. Еще один сарафанчик. Тоже интересно очень сделан. Смотрите,
Здесь веревочки. Оп. Оп. О, как хорошо. И вот так можно регулировать. Также веревочка завязывается, ее можно сделать покороче или подлиннее. И вот здесь тоже можно отрегулировать ширину плеч, как вам нужно. Дальше идет сарафанчик прямой, без рюшек, без карманов, просто прямой. И он легкий, такая вот легкая ткань, это кулирочка тоже. Внизу она верложена, не подшита. В общем, и так, такая же легкая расцветка. Ой, мне кажется, вот это вот шикарно, и в этом сарафане, в том сарафане будет ходить вот тут по дому, но не только по дому. Я думаю, ну, в общем, это тоже надо померить. Но расцветка мне нравится, летняя такая прекрасная. И преобладают вот такие вот нежные нюдовые тона. И розовый, сиреневый есть. Все, что мне нравится, все, что я люблю. О, класс, класс, я довольна. Сейчас я померю все это, посмотрите. Ну, посмотрим дальше, что у меня. А дальше у меня, девочки, ночная сорочка. Тоже такая нежно-розового цвета. О сорочках я не забываю. Я по дому также люблю ходить еще и в сорочках, скажу я вам. Очень хорошая такая расцветочка, приятная. Такой легкий беж, по-моему, здесь. Я не знаю даже, как этот цвет назвать. Ну, как будто легкий беж. И вот такой вот ненавязчивый рисуночек. Короткий рукав. Здесь вот такой вот принт. И внизу она идет прямая. Прямая идет вниз. Все. Вот такая вот хорошая туничка. Ну, я такие, честно говоря, сорочки, вот, которые вот они выглядят как туника, я их ношу по дому как тунику. Прекрасно себя чувствую в этом. И все. Ну, тоже померить надо. В общем, здесь обшито сверху. Вот так вот сверху обшито. На рукавах тоже вот так вот обшито. Вот такой рукавчик. И все. И вот он идет без швов здесь на плече. И прямой идет вниз. Все. Внизу тоже все прекрасно, хорошо обшито, оверложено. Все. Молодцы, аккуратненько все шьют. Мне очень нравятся, честно говоря, вещи из Грандстока. Вот все, которые вещи у меня есть, предыдущих заказов, я их люблю. И, во-первых, качественный пошив, удачные модели, приятные ткани, расцветки. В общем, мне очень нравится, я довольна. Еще я заказала халатик, девочки. Халатик я заказала синий на молнии. Сейчас посмотрим. Вот такой вот халат. Вот с таким коротким рукавом. Вот такая вот горловина под горлышко. Здесь полосочками, клеточками сделано, обшито. Так, что у нас на плече? Вот такое. Вот немножечко есть как отверстие. Пуговка. Ну, это вот все, конечно, такая модель. Очень она оригинальная, очень интересная. Кармашек. Кармашек тоже с дырочкой сбоку. Видите, такой. Это такая вот хорошая модель, интересная. Модельер придумал. Вот, хорошая длина, ну, для моего возраста, то, что нужно. И, в общем, ткань, она вот такая вот с одной стороны, такая с другой стороны. Это трикотаж, но трикотаж с добавлением, видимо, наверное, чего-то. Сейчас я посмотрю. Девочки, написано 100% хлопок. Все, ну, я чувствую, что это хлопок. Я думала, может быть, там еще нитка какая-то добавлена, но нет.
В общем, приятная ткань. Приятная. Тоже надо померить. Мне кажется, стильный халат такой. Я такая буду моднявая в нем, в этом халатике. Классный, классный, да? Померим, посмотрим. А еще, девочки, я все-таки решила сделать подарок своей любимой соседке, подруге. Я смотрю на то, в чем она ходит по дому, мне не нравится. Я решила сделать ей подарок и заказала ей халатик. Ну, я знаю, что она человек простой, любит она простые расцветки, легкие такие вот, ну, можно цветочки, но она любит такие вот какие-то, ну, легкие домашние варианты. Она крупная женщина. У нее размер, я заказывала, честно говоря, не знала ее размер, у нее 58-60, ну, я узнала, что она вот последние вещи на 60 покупала, но я думаю, 58 домашний халат, тем более этот трикотаж тянется, он ей подойдет, потому что до этого я подарила ей халат 54, она его одела и носит, так что... Вот такой вот простой халатик. Чистый прям, вот чувствуется прям хлопок хлопком. Он без рукава, ну, то есть вообще рукава нет. Вот такая горловинка, на молнии. На молнии всегда удобно, девочки, застегнул и пошел. С карманами, потому что она с собой и ключи, и телефон берет, когда приходит ко мне в гости. Надеюсь я, что этот размер ей подойдет. Надеюсь, подойдет. Так, что это за ткань? Сейчас я посмотрю, вам скажу. Это хлопок 100%, но это не трикотаж, потому что он не тянется, а это или ситец, или что-то, вот знаете, вот такая ткань, как ситец, ну, размер 58. Надеюсь, что халатик ей подойдет, потому что я, честно говоря, решила хотя бы, ну, на первый раз заказать ей один халат, посмотреть, как размер ей подходит, чтобы определиться с размером, потому что она размера своего на самом деле не знает. Я у нее несколько раз спрашивала, потому что хотела сделать заказ, но она мне точный размер не сказала, поэтому я заказывала на авось. Я заказала еще постельное белье и полотенчика. Но полотенчика вот это вот с таким детским принтом. Полотенчика заказала для Насти. У нее здесь есть отдельный крючок, отдельное полотенце висит. Но мне хочется повесить ей красивое полотенце специально, чтобы девочке понравилось. Давайте посмотрим. Полотенце размером 50 на 90. Оно такое вот розовенькое. С такими беленькими звездочками, но их едва видно. Розочки тут еще тоже вот выделяются. И вот такая вот девочка, смотрите, какая девочка. Вот такая вышивка. Сразу видно, что это полотенчика для девочки. Я надеюсь, моей внучке это полотенце понравится.
Ну и еще, девочки, заказала я постельное белье. Так как я сделала ремонт, у меня обновился интерьер, у меня поменялись обои. Поэтому я сейчас хочу, чтобы у меня постельное белье было таким вот нежным. И, ну, чтобы светлый был тон, чтобы с обоями это сочеталось. Давайте раскроем упаковочку. Я уже вижу, видите, на торце легкая голубизна, либо серенький, либо голубенький. Но и беленький там есть, такой светлый тон. О, вот так раскрывается. Смотрите, как все запаковано здорово. Тут кнопочка, липучечка. И вот так вот раскрывается. Кстати говоря, это вот если на подарок постельное белье дарить, тут еще такая книжечка, какое-то описание есть. Очень достойно выглядит. Королевское искушение написано, девочки. Ну вот, можно тут посмотреть, как выглядит это постельное белье, какие там есть вот цвета, да. Но мне не терпится это постельное белье расстелить и посмотреть, как оно выглядит будет на моей постели. Я когда делала заказ, девочки, я заказ вот это постельное белье делала. Это на полуторку, так как у меня диван. Я на полуторку просто заказала постельное белье, выбрала расцветку и совсем забыла пометить, что у меня подушки 50 на 70. Кажется, не пометила. Ну, поэтому у меня здесь подушки могут быть 70 на 70. Это мы увидим, посмотрим. Но в любом случае, это, в общем-то, моя ошибка. И уже не буду я ничего менять. В общем-то, как говорится, укоротить мы можем. Удлинить мы уже не можем, правильно? Поэтому подушки, если что, я могу просто их ушить и сделать 50 на 70. Ладно, это мы сейчас раскроем и посмотрим, как это постельное будет выглядеть. Я постелю сейчас новое постельное и будем наслаждаться. Вот такой постельный комплект, девочки, на моем диване. Он очень хорошо смотрится, довольно-таки широкая простыночка. И вот эта расцветка, она как раз вписывается в мой интерьер и сочетается немножечко с обоями. В любом случае, это не чисто белый, а это вот такой вот серый, с синим, с голубым, с белым надписи. Я заказала постельное белье на молнии. Здесь на молнии пододеяльник. И на молнии наволочки идут. Наволочки просто идут в одном тоне. Вот такая расцветочка. А пододеяльник он двухсторонний. С одной стороны такой же тон, как и наволочки и простынь. А с другой стороны вот такая вот расцветочка. Ну и можно, я думаю, ложить хоть одной стороной, хоть другой стороной, какой нравится. Мне нравится все. Ткань прям такая нежная-нежная. Очень приятная на ощупь. Сатин бывает разный, бывает он немножко такой погрубее, а этот прям нежный, прям гладкий-гладкий. В общем, классный комплект, очень мне нравится. Наволочки 70 на 70, это моя оплошность, я неправильно заказала. Не указала, что мне нужно 50 на 70, но это ничего страшного, потому что наволочки эти можно подшить. Просто лишние 20 сантиметров взять и убрать вот с другой стороны. И все, это все очень просто сделается. Вот, ну а вообще так классненький, нежный, нежные расцветочки, нежные вообще, классно. А вообще постельного белья большой ассортимент разных тканей, разных расцветок, разных размеров. Есть полотенца, есть красивые полотенца с какими-то вот красивыми рисунками. В общем, заходите на сайт, девочки, и там вы все увидите. Ну, а я на этом хочу свое видео закончить. Все покупочки мне понравились. Всем я довольна. Буду еще делать заказы в Грандстоке. В общем, девочки, заканчиваю свое видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Пишите комментарии, буду отвечать. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. Ну, и на этом пока-пока. Thank you.